На территорию Могилёвщины прийде резкое похолодание, але, кажуть синоптики, недолгое. На ближайшие сутки обвещены оранжевый уровень небезпеки. По информации облгидромету, надворье будет переменливым от морозов до адлиги и наоборот. Так у середу на территорию в области прийде значное похолодание. Тиск будет расти, а температурный слупок падать. На протягу суток от минус 3 до минус 10 градусов. Чекается короткочасовый снег и навод заверуха. На особных участках дорог гололедица. 26 студеня будет переважно без опадков. Однако у ночи морозы станут крапшей. Минус 10, минус 17. При прояснениях до минус 22. А у день минус 3, минус 10. А вот в пятницу характер надворья поменяется. Температура по ветру станет расти, у день чекается 0-6. Знову пойдет снег, а на дорогах махчима гололедица. Снег, туман и гололедица прогнозуются и на выходные дни. А температурный слупок у субботу и неделю будет вагаться помеж минусом и плюсом. У день от минус 5 до плюс 2.